И всем привет, ребята, вы на канале Саша Плей, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня, наконец-то, начинается фильм, который по техническим причинам перенесся на 2 недели. И вот, собственно говоря, нуб, который сегодня будет в выживании пытаться построить себе дом. Я в креативе, алло! Все. Итак, и сегодня мы будем следить за тем, как какой-то нуб будет строить себе дом. Начинай. Ты дома строить умеешь? Ну, как бы второй уже строю. Ты куда полетел на Луну? Прямо секретный сундук. Офигеть, какой секретный! Он же совсем беспалевный. Блин, подожди, я громкость на максимум выкручу, а то тебя вообще слышно не будет. Только не ори, пожалуйста, посреди ролика. Да что? Все, начинай строить. Так. Я буду строить так же, но в 2 раза больше. Ну окей, сейчас посмотрим, что ты построишь. Я хочу сделать внутри интерьер, чтоб мне получилось. Ладно, пофиг. Смотри, я правильно понимаю, что ты хочешь сделать вот... Сейчас. Я правильно понимаю, что ты хочешь сделать примерно вот такой дом? Да. Вот такой дом? Он выше почти облаков! Ну, не такое. Ладно, сейчас я все уберу. Галя, у нас отмена! Смотри, сейчас тут все пропадет. Магия! Сейчас. Ой, я точку случайно поставил. Сейчас все пропадет. Магия! И дома нет уже. Ой! Я потолок снес. Я случайно. Не важно. Слэш. А нафига ты написала, запись уже идет? Ну, мало ли. Конечно, она уже идет, алло. Блин, больно. Ну, слушай, пока что этот дом высотой вот с этот. Сможешь ли ты построить точно такой же дом? Попытаюсь. Я, если честно, ребят, давайте я покажу примерно, какие у него дома сейчас. Ты сможешь туда добиться? Ты сможешь. Он где-то в пустыне. Ну, я знаю. Вот это вот его самый главный дом. Ага, блин! Ну, не, ну а чё? Ты, я ему... Я тебе дал целый номер. А еще ты нафига квартиру с Семиком Гоплей подорвал? Она сама. А прикинь, сейчас Семиком Гоплей смотрит этот ролик. Она сама взорвала. Ладно. Ты сказал, что можно взрывать? Ты мне сказал, что можно взрывать? В смысле я тебе сказал, что можно взрывать? Я такой подхожу, вижу динамит, ты такой берешь зажигалку, трам-папах, и нет, его. Я про дом. Ну, почти. Ну, да, схожесть примерно на 100%. Я пытаюсь один в один сделать. Что-то у тебя как-то пока что не получается. Тебе так не кажется? У тебя дом слишком широкий. Он шире, чем эти. Эти... И так сойдет. Ну,
Подожди, а хочешь я придам изюминки в твой дом? Не надо его взрывать. Почему? Я взрывать не буду, не переживай. Ля ты крыса. Ладно, восстановить дом. Мэджик. Я мне играю. Подожди, а если поменьше сделать? Сейчас. Саша, не надо, пожалуйста. Ой, дом отвалился. Саш, не надо, пожалуйста. Ладно. Подожди, я это тебе водосточную трубу вылью в дом. Я ненавижу тебя. Кстати, скоро будет ролик, захожу на сервер X-Realma. Ну, он будет буквально после этого ролика. Если этот ролик не будет сниматься полгода. Смотри, как все почини... Да как ты? Можно просто взять губку и ей все высушить. Губку Боба. Высохнет. Я играю в Не, ну слушайте, насколько это похоже на оригинал. Ну, в целом, если закрыть первый глаз, а потом закрыть второй, то это может быть даже и похоже. Скинь потом немножко мебели, или дай креатив, я сам возьму. Ладно, ну сначала дом дострой. Хорошо. Ладно, ребят, пока Боб строит наш дом, я вам покажу новые обновления в этом городе. А, они были? А, да, они были. Вторая часть. А, еще появилось две новых точки назначения. Это Болотинск. Да, это новый город. Вот такой вот. В болоте. А еще тут мы заспавнили мумию. У нее из головы вылез динамит. И подорвал тут нафиг пол дома, пришлось его восстанавливать. Хорошо, что есть копирование. Тут Сёма Гав-Гав-Плей где-то тут построил болотную деревню, но я уже не знаю где. Вот, вот она. А еще тут самые гениальные двери, посмотрите. Вот самая гениальная дверь, которую только можно придумать. То есть вы понимаете, это дом, в который нельзя попасть. Гениально вообще. Лестницу скинуть тебе. Хорошо, сейчас скину. Так, инвентарь. Кирку какую-нибудь, я все делаю, и туда поставил. Хорошо, я тебе сейчас скину самую наилучшую кирку. Это мы убираем, это мы берем. Да. Куда ж ты? О! Спасибо. Офигенная кирка. Саша. Что? Я обсидиан не туда. Хорошо, сейчас, как к тебе телепортироваться? Вот, телепортируюсь. А где ты обсидиан поставил? Так это же не обсидиан, это драконий блок. Ладно. Сейчас все исправим, сейчас все пофиксим. Так. Вообще-то я болею. Так, дальше. Теперь добавилась также точка «Возьми паспорт». Мы тэпаемся сюда и видим вот такой вот, вот эту штуку, короче, как она там называется. И тут можно получить паспорт со 100% вероятностью, но время обновления никогда, то есть его можно только один раз за все время получить.
Дальше, что еще? Кого? Скинь хотя бы еще раз, два, три. Скинь еще три лестницы. Ты мне только одну дал. Хорошо, сейчас скину. Еще три лестницы, так точно. Так, роботер. Я тебе в инвентарь их перекладываю. Спасибо. А что они разные? Да пофиг! Но это же не это, это не стично. Да пофиг! Итак, ребята, это новые небоскребы. Вот квартира, и в этом небоскребе 30 этажей. Их тут 5. Вообще, я планировал сделать тут 10 этажей, но получилось 30. Тут, тут Марина построила раз тыкву, а вот вторая тыква. Со шляпой ведьмы, с какой-то штукой, с банкой с болотным зельем и с рукой. Окей. Тут я сделал болото при помощи браша. Что еще появилось? Да вроде уже ничего. Покажи. Подожди, там, я еще там психологический кабинет построил. Где? Рядом с твоей, рядом с надписью, которую я построил, которая Саша Плей. А где ты построил надпись Саша Плей? А, да, точно. Там, где жилой квартал. Да. Я лечу туда день первый. Не проще тэпнуться? А, да, блин, у меня же там точки нету. Сейчас я к тебе иду. Так, короче, я работаю теперь. О, а тут шляпа строится. Ладно. Я, короче, там работаю теперь. Хорошо. Итак, где же находится этот психкабинет? Сейчас так, я покажу. Я вижу надпись Саша Плей. Вот он! Психкабинет! Там тропинка. Психолог-роматор. Прием 6 алмазов. Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу помидоры. Давай сюда. Садись. Здравствуйте, сейчас я оплачу прием. Держите ваши 6 алмазов. Я хочу помидоры. Идите и купите. Нет, вы не понимаете, я хочу помидоры, но мне лень их покупать. Что мне делать? Ой, я стекло у вас выбил. Как-то холодно стало. Лето крыса. Сейчас я все починю. Так, сейчас все исправлю. Все, я все залатал, как вы и просили. Все, сейчас приду. Помидоры, не мешайте мне, пожалуйста, строить дом. А как выкинуть из инвентаря? Вот, спасибо. Я, если что, все залатал. Посмотрите назад, вы увидите, как же я все починил. Ну ладно. Так, а где ты дом строил? Подожди. Эй, пусти ко мне. Сейчас, Роматов, телепорт игроку. А, вот дом. Итак, сейчас посмотрим на твою лестницу. Итак, сойдем. Дай пакет, пожалуйста. А какие тебе вещи нужны? Мне нужны факелы, мебель. Так, насчет факелов не переживай. Факелы вот. Дальше кроватка тебе нужна.
Итак, сойдет. У меня есть. Ладно, пофиг. Диван тебе нужен. Дальше тебе нужен стульчик. Диван, кресло и кровать, и со стулом у меня есть. Хорошо, тогда мы тебе стол найдем. Какой-нибудь. Дальше. Костер в доме запрещен. Бочка пускай будет. Пасека. Компостер. Шторы. Штучек 999. В общем-то, держи. Я тебе все скидываю. Забирай. Спасибо. Это лучшие предметы для декора. Слушай, а ты хочешь сетнуть тут все, чтобы оно стало каким? Ладно. Вид. А как это? Ага, АКЦ3. Или АКЦ2. А как это пишется? Акация 3. Вроде как-то вот так. Спасибо. Все, я все сетнул. А, Саш, скинь дверь, пожалуйста. Хорошо, сейчас скину самую наилучшую дверь, которую можно поставить. Пускай это будет какая-нибудь вот такая дверь из яблони. Все, я тебе самую лучшую дверь сюда вставил. Спасибо. Не, подожди, она слишком красивая для твоего дома. А нам нужна самая пьяная дверь. Вот. Так лучше. Подожди, я тебе еще хочу сделать О, интерфейс обновили. Ну, наконец-то. Так, дай лопату, пожалуйста. Хорошо, сейчас дам. Пускай это будет вот такая вот лопата. На, держи. Ой, спасибо, как приятно. Ага. А это нафига? У меня это... есть лестница. Нет, тебе нужна более крутая лестница. Ну, делай ее хотя бы зеленой. Точно! А ты меня натолкнул на мысль, подожди. Да, да куда ж ты? Подожди, сейчас все исправим. Зеленый — это не значит из земли. Смотри, вот тут Россия. Смотри, Россия, только перевернутая. Без комментариев. И черный блок. Ну как тебе новая лестница? Вот, запрыгнул, поднялся в дом и все. Хватит кашлять на меня. Да вообще пофиг. Мы на звонке, дурачок. Я думал, мы в реал лайфе. Не, есть, конечно, такая игра Real Life называется. Но мы в игре Мультикрафт. И в игре Звонок. Так, тут у меня должен быть рубиновый блок. Ага. Ты тут все заприватил? Ого! Специально для ролика готовился. Я же тебе говорил, что... Какая нафиг шерсть? У меня все из рубинов должно быть. А я думал, сова. У тебя на плече сова. Нет, кто у тебя на плече вообще? Это летучая мышь, ты ничего не понимаешь. Это Бэтмен? А еще у меня на башке тыква. Ты заметил? Да. Как это можно заметить, когда твой друг дебил?
Скинь факелок. А, или ты скинь. А, спасибо. Ну, твой друг, это ты про себя, окей. Я с тобой не дружу. А я сейчас буду прыгать на 1.5 километра в воде. Интересно, насколько далеко я смогу долететь, когда подпрыгну в воде? I believe I can fly. Ну, неплохо. Попытка номер 2. Да куда ж ты... I believe I can fly. Неплохо, неплохо. А если еще сильнее подпрыгнуть? I believe I can fly. О, прям до твоей двери допрыгнул. О, господи. Из воды. Подожди, я знаю, что придаст изюминку твоему дому. Не надо. Давай на второй этаж. Что ты там творишь, Саша? Я тебе туалетную бумагу на пол положил. Удивил. И мясо. Подожди сейчас. Убрать теперь. Это туалетная бумага. Тыкай и убирай по кусочку. У тебя теперь дом паутинка. Сейчас дам тебе мясо. Одна сырая крольчатина. Подожди, я хочу сделать из твоего дома паровоз. Неотравленную да пофиг. Сейчас я тебе дам неотравленный гриб. Нет, я уж сам лучше дома поем. Все, я тебе выкинул. Точно неотравленный гриб. Я уж лучше дома поем. Итак. А, блин, у меня же костер не зажженный. Поехали! Делаем из твоего дома паровоз день первый. Что ты творишь? Все, теперь у тебя из дома бьет паровоз. Лиса, хватит. Не, я сделаю твой дом паровозом в квадрате. Все, Саш. Осторожно, я делаю установку... Ой, я ее не поджег. Надеюсь, эти костры случайно не сожгут твой дом. Я тоже на это очень надеюсь. А как этот костер зажечь? Он не зажигается. Пожалуйста. Зажегся, ура! Подожди, я делаю из твоего дома паровоз, не мешай. Нафига? Сюда лосось не суется, сюда... А, нет, суется. Это у меня просто залагало. Сейчас, все, Ром, выйди на улицу и посмотри наверх. Что ты сделал с моим домиком? У меня костер не ломается. Я его слишком сильно забаговал. Что ты сделал своим домиком? Из него теперь бьет пар. Теперь у тебя в доме будет ультра-дупер сильно лагать. Поэтому я, пожалуй, отлечу куда-нибудь... Нет, на спавне еще сильнее будет лагать. Отлечу вот сюда. Блин, тут гора, тут тоже будет сильно лагать. Наконец-то я смог выключить режим полета. Все, у меня дом готов. Итак, идем проверять.
Заходим в дом Нубика. Ага. Пасека у него тут в доме, компостер, бочка. Дальше поднимаемся наверх по пьяной лестнице. Тут у него туалетная бумага на полу. Тут у него сундук. В рамке у него лосось. Какой нахуй лосось? Где мои алмазы? Сейчас, все, в рамке у него лосось, а в сундуке у него лосось. Отдай алмазы, сволочь. Так, тут у него что? Пьяная табуретка, тут у него кровать, факел, который будет тебя бить, и поэтому я его поставлю вот так на потолок. Блин, у меня еще факел остался. Вот. Админа намыло. Он мне весь дом испоганил. Ну почему? Я же ничего тебе не сделал. Вообще ничего, блин. Ну говорю же, не... Мои алмазы. Ненавижу. Вот оно, эпичное завершение данного ролика. Что ж, ну а если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь моя цель до Нового года набрать 50 подписчиков. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. Ладно, шучу, все, я тебе дом восстановил. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. С вами был я и какой-то нуб. Пока.